Пока одни отдыхают, другие работают. На заседании правительства различные службы региона отчитались о своей подготовке к новогодним праздникам. В режиме постоянной боевой готовности коммунальщики, энергетики, полиции, медики и пожарные. По крайней мере, об этом рапортует их руководство. С 9.00 30 декабря до 9.00 9 января следующего года будет приведен в режим повышенной готовности силами постоянной готовности в составе 490 человек и 94 единицы техники. В этот состав входят как сотрудники Федеральной противопожарной службы, противопожарной службы субъекта и добровольная пожарная охрана. Неотложную медицинскую помощь во время праздников будут оказывать всем, вне зависимости от места проживания и наличия полиса. В саму новогоднюю ночь дольше обычного проработает городской транспорт в областном центре. Работа транспорта будет продолжена до 2 часов ночи. И, соответственно, с места проведения праздничных мероприятий, это площадь Пушкина в этом году, установлена новая елка большая, будет также организован вывоз людей, которые будут организованно там находиться. Александр Кузьмичев пообещал, что слаженную работу городских служб в выходные дни проконтролируют лично. Вице-губернатор Александр Фомин глав муниципалитетов трудиться в праздники не обязывает. Но вот быть, по крайней мере, на телефоне должен каждый мэр. Уже случалось, что во время чрезвычайных ситуаций до руководства города в праздники не дозвониться. У вас огромная зона ответственности, и все-таки каналы связи должны работать без каких-то сбоев и накладок. Потому что если действительно такие случаи будут повторяться, как вот описанная ситуация, ну, действительно, нам придется, наверное, делать какие-то свои выводы. Предстоящие праздники должны запомниться только хорошими событиями. И пока спецслужбы следят за порядком и безопасностью, горожане должны отдыхать. Запланировано около 3000 развлекательных мероприятий. Сюрпризы для ивановцев подготовила филармония и театры. Особое внимание в организации праздничных событий, конечно же, мы стараемся уделить категории социально незащищенным категориям семей. Так, 25 декабря у нас пройдет губернаторская елка, елка депутата Государственной Думы Российской Федерации. Во время новогодних праздников в зону особого риска попадают дети. У них каникулы, а это значит, ситуация с детским травматизмом снова может обостриться. Правительство и полиция убедительно просят родителей внимательнее следить за своими детьми. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Вот, и желание загадала, да?